Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам об особенностях содержания бойцовых собак. Собачьи бои уже давно запрещены в развитых странах, и большинство владельцев воспринимает представителей бойцовых пород не как грозных животных, а как отличных домашних питомцев. Однако некоторые люди до сих пор считают, что бойцовые породы собак отличаются повышенной агрессивностью и опасны для общества. Это не так. Представители неофициального списка бойцовых пород действительно имеют некоторые особенности содержания, но связаны они в основном с характером этих животных и их физическими данными. При правильном содержании бойцовых собак никакая агрессия им не свойственна. Каких правил стоит придерживаться владельцам бойцовых пород? Рассмотрим основные особенности их содержания подробнее. Воспитанием бойцовых собак нужно заниматься с детства. Эти животные обладают силой и своенравным характером. Чтобы бойцовая собака не доставляла проблем во взрослом возрасте, необходимо с самого начала дать ей понять, что хозяин в доме главный, и его нельзя не слушаться. Бойцовым собакам необходимы постоянные физические нагрузки. В противном случае они могут направить свою энергию совсем не в то русло. Если вы владелец бойцовой собаки, играйте как можно чаще с вашим питомцем в активные игры. Дрессируйте его, совершайте с ним длинные прогулки. Во время прогулки важно всегда держать бойцовскую собаку на поводке. Также нельзя позволять питомцу ввязываться в драки с другими гуляющими собаками. Это может быть чревато серьезным конфликтом между животными. По возможности, в качестве домашнего питомца необходимо заводить только одну бойцовую собаку. Так можно избежать конфликтов между животными. Бойцовые собаки очень ревностно относятся к другим питомцам в доме и могут воспринимать их как соперников за внимание хозяина. Многие ошибочно считают, что бойцовские породы собак агрессивные и неуправляемые. Да, они могут такими быть, если хозяин совсем не занимается их воспитанием. Однако, если с самого детства бойцовая собака окружена вниманием и заботой, она не только не вырастет злой, а станет очень ласковым домашним любимцем. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!